сожалению, ошибок много пока допускаем в таких ситуациях, где этих ошибок вообще не должно быть. Как есть, так и есть, это нам сильно мешает. И мы иногда в простой ситуации создаем себе сложности. В частности, вот не выдержали вот эту вот игру оборонительную, все-таки нарушили, видимо, правила своей штрафной, хотя понятно, чем это грозит. Вот эти сбои влияют на результаты наши серьезно, потому что то рикошет какой-то, то еще что-то залетит, пока, видимо, не заслужили удачи. Хотя, я думаю, постепенно все больше и больше взаимопонимания у нас среди футболистов просматривается. Да, если в таком же режиме ребята будут дальше относиться к делу, то можно рассчитывать, что пусть не так быстро, как хотелось бы, но игру будем улучшать. Спасибо. Коллеги, задаем вопрос. Александр Быков. Александр Быков, Анатолий Сергеевич, какое время вы себе, прежде всего, отводите на то, чтобы вот выстроить игру, чтобы уже вот это взаимопонимание в вашей новой команде уже появилось? А это зависит не только от одного меня. Это зависит от каждого футболиста, находящегося в команде. Если я могу отвести время 2 недели, а и 2-3 месяцев не хватит. Поэтому на этот вопрос ответить сложно.